Узбекистан-Франция. Сегодня отношения переживают новый этап своего развития, в том числе в культурно-гуманитарной сфере. Примером тому подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана и Международной академией моды в Париже. Какие образы примет партнерство по лекалам взаимовыгодных интересов в материале нашего корреспондента? Париж – общепризнанный центр мировой индустрии моды. Знак, сделанный во Франции, означает соответствие самым высоким требованиям к качеству и эстетике одежды. И, безусловно, у французских специалистов есть чему поучиться в этой сфере. Именно об этом шла речь на встрече в Международной академии моды в Париже с участием представителей Министерства высшего и среднеспециального образования Узбекистана и Ташкентского института текстильной и легкой промышленности. Наше сотрудничество началось несколько лет назад и сегодня перешло в практическую плоскость. Это отразилось на динамичном поступательном взаимодействии между нашими странами. Академия широко известна своей специализацией по подготовке высокопрофессиональных модельеров. Мы настроены дальше развивать наше сотрудничество с Узбекистаном в этой сфере. Международная академия моды в Париже готовит дизайнеров, конструкторов, технологов, которые сегодня представляют самые известные мировые бренды. Подготовка таких высококлассных специалистов из Узбекистана и стала основной темой нынешней встречи. То, что предлагаем мы, это опыт, накопленный в Академии за десятки лет ее существования. Я имею в виду интеллектуальные, технологические, я бы сказал, философские знания о моде. Взаимообмен профессиональными секретами мастерства позволит нам вместе двигаться вперед. Тем более, что и нам есть чему поучиться у наших узбекских коллег. Практическим результатом встречи стало подписание соглашения между Министерством высшего и среднеспециального образования и Международной академией моды в Париже, которая предусматривает обучение и стажировки студентов и профессорско-преподавательского состава в стенах академии, а также организацию курсов повышения квалификации педагогических кадров и специалистов предприятий в сфере дизайна и производства готовой одежды. Мы заключили контракт с Международной академией моды в Париже. И согласно этого контракта мы предусматриваем подготовку бакалавров. И, что очень для нас важно, это различные краткосрочные и долгосрочные курсы для производственников. Потому что в Узбекистане действует очень много предприятий разного ассортимента. И особенность этих курсов такова, что мы можем готовить специалистов, повышать их квалификацию в зависимости от ассортимента предприятий. Это для Узбекистана очень важно, и я думаю, что вот такое совместное сотрудничество даст возможность, во-первых, улучшить практическую подготовку наших специалистов, и наряду с этим теоретическая подготовка будет по тем учебным планам, которые разработала Академия моды в Париже. Таким образом, результатом совместного сотрудничества станет гармоничное сочетание теории и практики, внедрение инновационных технологий, широкий обмен студентами и специалистами отрасли. Амон Бурханов, Истедуат Усманов, телеканал «Узбекистан-24», Франция.